Если хочешь быть здоров, тренируйся. На левобережье у ледового комплекса Леонида Киселева теперь есть спортивный зал под открытым небом. 8 профессиональных тренажеров установила авторская школа единоборств «Шторм» Александра Шлеменко. Новый спорткомплекс – это профессиональные силовые тренажеры для жима лежа, приседаний, становой тяги, турники. Комплекс со специальным покрытием искусственный газон делает занятия на площадке менее травмоопасными. Эти площадки уникальны, и как вы видите сами, на них могут работать вообще неподготовленные люди. Получается, на пустых тренажерах могут работать даже дети. Они легко их поднимают, у них легко все это получается. Но если ребенок начал расти, ему нужно расти и в мастерстве. А что, как мы можем расти в мастерстве? Увеличивать вес. И здесь он может увеличивать его, по сути, до максимума. Потому что, ну, делать 200 килограмм на жим лежа, к примеру, и 200 становую – это уровень, наверное, мастера спорта по пауэрлифтингу. И, пожалуйста, во дворе вы можете работать и становиться мастерами. Местные мальчишки с удовольствием откликнулись на призыв своего кумира Александра Шлеменко и обступили тренажеры. Освоить технику помогали тренеры авторской школы и топовые бойцы ММА Александр Сарнавский и Андрей Корешков. Это в первую очередь для молодого поколения, для ребят, которые здесь живут. Здесь такой, в принципе, очень большой район, и в этом районе проживает очень много подростков, очень много молодежи. И для них это просто такой, ну, не знаю, бесценный подарок, где можно бесплатно заниматься на профессиональных тренажерах. Осенью 2015 года Шлеменко уже преподнес амичам один такой подарок. Тогда спорткомплекс был оборудован и открыт на набережной Тухачевского напротив главного корпуса ОМГПУ. Теперь же профессиональные уличные тренажеры появились на левом берегу. Финансирование этого проекта обеспечил бизнесмен Михаил Данченко. Поэтому нужно создавать такие площадки, открывать, пропагандировать здоровый образ жизни, чтобы наши дети росли здоровыми, трезвыми, умными людьми. Вот, то есть мы будем всячески этому способствовать, помогать. Сами мальчишки, которые оккупировали спортивный комплекс, уверены, что теперь будут проводить здесь все свободное время. Буду и по утрам, и по вечерам ходить заниматься. Ты с друзьями планируешь? Да. И это не последняя спортивная площадка. В планах у Александра Шлеменко продолжить эту традицию.